то проткнут. Ну. Хочешь сказать, а ВР же советская техника. А это китайская. Полевой выход. Не салот, не совсем. Ничего. Нет, что-то внутри там салон. Он говорит, салон. Угу. Вот так крутится. А, погоди-ка, что за это? На кончик у него есть? Да, да, да. Короче, погоди-ка, я проверю, погоди-ка. Сам редуктор даже без натяга, да? Давай нам вручную подправлять периодически. Не, ну тут надо, во-первых, затянуть, чтобы у него упор был. Не, вообще это не может крутить. Что-то регулировать надо в саму. Двигание к черенкам крутить. А что, больше? Я так прикинул, 500 туда-сюда со симметрией. Когда иду до города. Да. Можно я первый? Можно. А можно я первый, потому что сейчас убегу. Маленький он туда. Да. А, маленький сюда. Так, детки, привет, Михаил. Детки, значит, погодите. Перво-наперво, инструкции я. Ребят, послушайте, пожалуйста. Видите, пальцами не трогать, не протыкать, дырки не пылать, ничего. Козырьком могут коснуться. Иначе глаза солнцем обойдет. О, Леш, ты успеешь посмотреть, да, вон дядя. Пленку ни в коем разе не трогать, слышали все? Глаза обожгут. Солнце у него тоже смотреть нельзя, поэтому он закрыт крышкой. Смотрите, только не шатайте, иначе вы ничего не увидите, будет все трясти. О, фотокамера. Сколько пятнышек насчитал? Куда? Два всего? Неправильно. Привет, фотокамера. Снимает, Леш. Я вижу. Да, эту дорогу, мы дойдем. Да мы тут сто лет раз были. О, муравей! Че переживай, ничего теперь. Вот! Сколько пятнышек насчитали? Я видел какую-то стенку. Что там? Леш, ты не один раз смотрел солнце, снимай камеру и лучше ходи. Ладно? Ты будешь кинооператором. На, снимай. Ты у нас не один раз смотрел уже. Я знаю. Не шатай камеру, ты снимаешь. Значит, снимай, как дети смотрят. Я ребят смотрел. Эй, меня! Тебя не будет. Посмотри, посмотри. Сколько пятнышек, считай.
Это не сложно. Да, я здесь. Твоя тачка? Это моего папы. И что у него вот тоже есть? Леш, ты снимаешь? Какая? А что я делаю? Смотреть. На Луну? Она очень слабая. Ночью может и НЛО и летать. Да. У нас НЛО, кстати, летало под окном. Но она может и сюда приземлиться, НЛО, вот сюда. Она увидит много детей и приземлится. Что, прям сюда? Да. С днем? Конечно. Все, ребята, идем строимся. Ты один раз она еще не посмотрела. Давай, давай. Потише. Мы на первый взгляд. Потише, только не толкайтесь. Подходите сюда. Так, ну-ка, рост какой у вас? Так, подноси чемоданчик. Чемоданчик, да, бери. Давай, 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 он легкий. Идите сюда. Значит, смотрите внимательно. Пленочку не трогать, спереди не вставать. Понятно? А куда смотреть надо? Сюда, вот окуляр. Первый, вставай. Так, впереди в телескопы не вставайте. Солнышко ниже, низко, вы будете загораживать. Нет, я так, смотри. Да, я толкаюсь. Тихо, не толкаться. Да я следующий. Так, смотри быстрее, время идет. Солнышко опускается. А что он в очередь не встает? Подождите, всем хватит. Так, увидел солнышко? Да. Все, следующее. Что на солнышке видно-то там? Объясняйте. Пятна на солнце. Быстрее. На солнце? Вот в этот телескоп. Пятна на солнце. Солнце садится, поэтому быстрее. Да. А можно только на солнце? Быстрее. Можно только на солнце? На ноги? Быстрее. Два телескопа. Сколько тебе раз? Ну можно только на... Я им говорю, чтобы они слышали там. Они можно только один это... раз, только на это. За телескоп не беритесь. Вы его трясете, и будет у вас все размазано. Что видно? Солнышко? Видно солнышко? Блин, я на Луну хочу! Смотри,
смотрите сначала на солнце. Да, солнце. Видишь, уже там деревья видно. Не трогай телескоп, не облокачивайся. За солнце все. Ты все солнце видишь. Вот какое пятно и ветки. Ветки, да. А на что? Она на солнышке что видно-то? Ничего. А приглядись, что пятнышки не видно уже? Только два пятнышка. Вот, два. А мы насчитали 6, когда было яркое солнце. А что это за пятнышки? Пятна на солнце. Знаешь, разве на солнце есть пятна? Ага, уже это сейчас скроется. Смотри, не трогай, тетя, не дотрогай. Пониженная температура. Все долго смотрели, почему ты так долго? Потому что луна никуда не денется. А солнце день. Одним глазом надо смотреть, да? Один закрываете, вторым смотрите. Без разницы. Ну, все обычно привыкают правым глазом смотреть. Сейчас ты смуту наведешь, сейчас ваш... Да. Да, там он транслируется. Я такой, как Иванов приедет. Инопланетяне! Не облокачивайся, а то трясешь. Ну что, видно еще или уже за дерево скрылось? Не-не-не, еще есть. Сейчас, секунду, подождите. Все, уже почти за лесом. Давайте быстрее смотрите. Быстрее. Все, а кто не успеет? Ну, в следующий раз посмотришь. Нечестно. Ну, что у тебя, что нечестно? А другие отряды вообще солнца не увидят. Да. Почему тут кверх ногами все? А почему кверх ногами все? Телескоп показывает кверх ногами изображение. Не видно. Уже все загорается. А так уже деревья видны. И они растут кверх ногами. И вот смотри, спокойно, что он забрит свою елку. А у него в тумбочке книги есть. Давай. Очки надо снимать. Ну, давай, я тебе покажу, как настроить резкость. Давай, подходи. Не трогай телескоп, не трогай. Максим, снимите. Видишь ручку? Вот эту, колесико, вот, большое колесико. Представляй глаз и регулируй себе резкость. Другой глаз закрой! Другой глаз-то закрой! Ты каким смотришь? Один закрывай. Так тот закрывай. Я не понял, как смотреть. Не трогай телескоп! Дай ему очки. На очки. Он у тебя сейчас пленочку посмотрит. Давайте. Иди сюда, Максим. Вон там, подойди, Влад, пленочку посмотри. Влад, вон там конец. Там вон конец. Там. Аккуратней трогай ты. Ну что, видно еще там? Нет, давай я подправлю. Погоди, наверное, ушел. Видно, уже. Видно. Видно, да. Только мы резкость сбили немножко. Все, оно уже ушло за елочку. Все, давайте, девочки, два человека смотрят, и я на Луну направляю. И будете Луну все смотреть. Солнце, все, конец дня, кончается. Давай, я не вижу. Вставай на ящик. Не облокачивайся, а то уйдет вообще это скроется. Там нет пятна. Ну, видно еще. Все уже за деревом, да? Да. За деревом. Ну все. Да, все за деревом. Уходит уже, давай. Знаешь, ты приблизил? Камеру.
Подправила резкость. Вот, каждый глаз должен свою резкость направлять. Отойдите от трубы, ты не загораживаете видимость. Вот сюда, встаньте в сторонку. И что ж там всего? Это зеленый человечек. Бегают. Алис, бегает человечек? Нет. А что там всего много? Это змея. А это яйцо страшного может быть. Татьяна Борисовна, это твой, твой отряд? Тихо, пальцами не трогайте пленочку. Уже солнышка нету. Ну тренируются, летают, ну что? Она вот этих маленьких подговорила, ну и сказала, ну про меня всякое плохое. А тебе говори, что ничего не говорила, не сами. Младший отряд солнца посмотрел, успел. Вот. Нам обещали Сатурн. Сатурн? Сатурн только к часу ночи. К часу ночи. Я к часу подойду. Смотрите, как я сфотографировался. Ну-ка. О, видите, как классно. Даже как кратер видит. Да, вот. Значит, будет что показать. Вот. Я вообще ничего не хочу. Скорее, покажу тебе. Отряд, собирайтесь, давайте. Выстраивайтесь. Ну, там покачественнее телескоп, там он подороже. Вот попроще. Вот здесь сейчас самое минимальное увеличение поставлено, потому что контрастности нет. Больше увеличения делаешь, яркость большая, небо, все расплывает. Телескоп он предназначен для ночи. Ночь, конечно, нужна. Вот солнце, да, было хорошо, когда оно высоко стояло, пятнышки, все видно было. А потом уже оно быстро. Луну увидит там. Подождите, Смотри. Так, ребята, быстро строится. А чего? А кто там следующий придет? Ну, Миша так и будет туда-сюда. А, ну ладно. Завтра футбол купим.
Ну чего, подходите, это самое, или перепутаться? Татьяна Борисовна отдала свою станцию, она здесь. Так что у нас только... Да. Подводи, ребят, что их там комары сейчас загрызут, пускай сюда подходят. Идите сюда ближе. Ребята! Подходите ближе, ребята, подходите. Идите сюда ближе. Настраивайте резкость под себя. Ты ее настроить тоже можешь. Он их смотрит там, ищет. Ты вообще не знаешь, своих друзей да ищет. Лешка, еще ты можешь спустить. Черепинник. А Влад типа кто-то сломал. Там нет никого, Артём. Рома, ты кого там видел? Так, 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 туда не смотреть, ничего не бросать. А все, дожди. Я последний, крайний раз. Последние не говорят крайний, крайний раз. Подходите, смотрите, девчонки, подходите по очереди. Подходите. Значит, объясняю, каждый может резкость под себя подстроить вот здесь. Вот. У нас это не работает штука, сорвалась шестереночка. Вот эта ручечка, видишь, вот здесь, вот, догоняешь по полю зрения, чтобы по центру стояло. Каждый подходит, потом смотрит. Вот. Куда смотреть-то? Ну, смотри сюда-то, вот, смотри. В бинокль смотрел когда-нибудь? Ай? Нет, а что, вон, посмотри на компьютере. Сейчас я скажу, сколько градусов. Да все успеете посмотреть этот компьютер. Все быстренько, раз, раз, раз. Там покрупнее на том телескопе, здесь зато вся луна видна. Это компьютерная программа, которая помогает находить объекты на ней. Да, зрение подстраивайте колесиками над окуляром, да. Светлые, да. Она вообще-то, она на месте не ушла. Да нет, не знаю.
Я прям заключаю. Я бы хотел.